Добро пожаловать в Инфосферу. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на Джобс, Империя соблазна. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Чудо Гудзоне. Произошедшее 15 января 2009 года назовут чудом на Гудзоне. В этот день капитан рейса 1549 Чесли Саллендер совершил аварийную посадку самолета А-320 на холодные воды реки Гудзон в Нью-Йорке. При этом никто из находившихся на борту 155 человек не пострадал. По соображениям совести, медик американской армии времен Второй мировой войны Дезмонд Досс, который служил во время битвы за Окинаву, отказывается убивать людей и становится первым идейным уклонистом в американской истории, удостоенным медали почета. Стив Джобс. История жизни одного из самых выдающихся умов планеты, основателя компании Apple Стива Джобса. Стартап. Как в России честно заработать своим умом, как добиться успеха и утвердить свое имя в мире бизнеса? Чем жертвует и что приобретает человек, который много лет стремился к своей цели? История создания с нуля крупного российского поискового портала. 20 лет риска, трудов, надежды, 20 лет дружбы. Кадры. Билли и Ник всю жизнь занимаются продажами, но новый компьютерный мир рушит их карьеру. Стараясь доказать, что они не отстали от жизни, они бросают вызов судьбе, получив желанную стажировку в компании Google. Vauxhall Street. 1987 год. Джордан Белфорд становится брокером в успешном инвестиционном банке. Вскоре банк закрывается после внезапного обвала индекса Доу Джонса. По совету жены Терезы, Джордан устраивается в небольшое заведение, занимающееся мелкими акциями. Его настойчивый стиль общения с клиентами и врожденная харизма быстро дают свои плоды. Он знакомится с соседом по дому Донни, торговцем, который сразу находит общий язык с Джорданом и решает открыть с ним собственную фирму. В качестве сотрудника они нанимают несколько друзей Белфорта, его отца Макса, и называют компанию Stratton Oakmont. Далласский клуб покупателей 2013 года. Реальная история Рона Вудруфа, техасского электрика, у которого в 1985 году обнаружили СПИД. Врачи отвели ему всего 30 дней, но он не пожелал смириться со смертным приговором и сумел продлить свою жизнь, принимая нетрадиционные лекарства, а затем наладил подпольный бизнес по продаже их другим больным. Социальная сеть 2010 года. В фильме рассказывается история создания одной из самых популярных в интернете социальных сетей – Facebook. Оглушительный успех этой сети среди пользователей по всему миру навсегда изменил жизнь студентов-однокурсников Гарвардского университета, которые основали ее в 2004 году и за несколько лет стали самыми молодыми мультимиллиардерами в США. Список Шиндлера, 1993 год. Лента рассказывает реальную историю загадочного Оскара Шиндлера, члена нацистской партии, преуспевающего фабриканта, спасшего во время Второй мировой войны более 1100 евреев. Это триумф одного человека, не похожего на других, и драма тех, кто благодаря ему выжил в ужасный период человеческой истории. Славные парни. Генри Хилл – начинающий гангстер, занимающийся грабежами вместе с Джимми Конвоем и Томми Девито, которые с легкостью убивают любого, кто встанет у них на пути восхождения к вершинам мафии. Приходит время, когда Генри, сам пострадавший от своих напарников, должен приложить руку к началу конца Джимми и Томми. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание, до скорых встреч!